Михаил, дзюдо это сложно? Сложно, но когда много тренируешься, то легко. Иван, что сегодня происходит у вас в вашем клубе «Олимп»? Сегодня творческая встреча, значит, и открытая тренировка с Михаилом Куляевым. Вот, лично я считаю, для нашего клуба это событие года. Смирно! Рэй! Гаджу Рэй! Сегодня у нас гость Михаил Куляев. Ему слово. Михаил Куляев. Да. Всем здрасте, меня зовут Михаил Куляев. Я заслуженный мастер спорта по дзюдо. 3 раза был серебряным призером чемпионата мира. Участвовал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Но, к сожалению, проиграл там. Пришел в дзюдо в таком же возрасте, как и вы. Начал тренироваться. У меня не сразу все получалось, такого не бывает. У кого-то сначала получается, у кого-то потом. Вот. Надо тренироваться. Вот. Когда был юниором, попал в сборную. Вот. И с этого началась моя спортивная карьера. Вот. Начал тренироваться усерднее, попал в сборную, начал ездить на сборы. Вот. Ну, смысл такой, что главное тренироваться. Если даже что-то не получается, ничего страшного. Главное ставить перед собой цель и добиваться. Да, давай сейчас проведем небольшую тренировку. Но сначала разомнем. Давай, бежать! Основными шагами. Ногу повыше поднимаем. Кончик. Спиной вперед, тоже сам. Стороны. Кончики, локти, одну руку, другую, раз, вперед. Кисти. Давайте отсюда, кулак вперед, начинаем. Так, ребята, возвращаемся, все массируем, ну, пытаемся. Аккуратно. Полностью.
высек сделали, одну ногу тянете. На другую перешли. С одной на другую. На плечо укатили, разминали. Он здесь оказался, сразу просовываю руку под плечо вот сюда. Вот, беру, сюда просовываю руку, беру свой отворот, подаю, беру здесь. Сюда кладу руку, выставляю ногу, переваливаю сюда. И выхожу на удержание. Здесь подмышку. Берем свой отворот, подаем, берем здесь. Берем здесь, ногу выставляем, перевалили и выходим на него. Ходи. Давайте, попробуйте. Поворот сюда встаёшь. И сюда, может, выпрямить. И сюда, вот туда. Сними его на него. Берешь вот эту ручку, выставляешь сюда перекладываешь и на удержание. Вы не должны вот здесь вот быть вот. Вы должны быть вот где его голова, вот здесь. Руку просовываем вот здесь, вот, где шея, и выходит она у вас вот здесь. Вот здесь. Подальше. Подаете свой отворот и этой рукой берете здесь. Сюда делаете захват. Выставляете ногу не вот сюда ее, а вот сюда, близко к его ноге. И перекатываете. Еще раз. Вот руку, вот здесь, вот. Вот здесь. Не вот здесь она должна, а вот здесь будет. Берем, здесь захватываем, здесь. Вперед. Давай, пробуйся. Так, ребят, давайте. Давайте еще соберемся. Когда перевернули,
Вам нужно вот сюда разворачивать. Не вот сюда заходить. Здесь вы его не контролируете. А вот сюда, вот. Взяли, перевернули. И сюда разворачиваете. Не сюда. Вот так. Вот должно быть. Давайте пробуем. Захватываем, спускаем. Вот так взяли. Не надо руки отцеплять. Ты должен взять бросок в руку. Ты должен взять от мамы, да. Здесь берешь, ногу вставляешь, переворачиваешь. Только ты не поднимешь, да, сверху. Давай. Ты вот здесь взял и здесь сворачиваешь. Попробуй ты теперь. Устал? Давай. Разворачивай. Свою ручку сюда. Здесь подальше нам просто. Да. За свой слой. Вот это здесь. И здесь смотри. Бери здесь, заплатни. На него. Кулак загнись. Куда? Вот, на самом рукой, возьмите отсюда. Попробуем со стойки. Вот, сбиваем, сбили, сразу просовываем руку. Вот, начинаем со стойки. Перевели в партер, сразу просовываем руку, берем и переворачиваем. Со стойки начинаем, сбили в партер, руку засунули, перевернем. Давай, попробуй. Здесь только внутри сидят, пойдем в зал. Пойдем. Я нашел тебя папу. Да. Уже начинаем со стойки, посмотрим. Давай, поворачивайся. У меня любимый бросок был через спину. Вот, давай делай. Я вам свой вариант покажу, как я делал. Вот. Когда я захожу через спину, соперник отсаживается, будет реагировать. И мне его здесь неудобно утаскивать. Я делал, мне тренер показал, я локоть выносил наверх. Получается, он насаживает, давай сажает. Вот видите, я здесь спинял, моюсь. Когда я локоть наверх, вот, я здесь могу его вытащить. Теперь разберем подробнее. Руки делаю вот сюда. Это сюда, это сюда. Первый шаг мы делаем вот сюда. Не вот сюда вот шагаем первый шаг. Потому что если я сюда зашагну, я уже здесь сломался. Первый шаг нужно вот сюда делать. Вот, стоять. Я делаю сюда и одновременно руками захожу. Сюда зашел, и этой подшагивает. Ножки чуть согнул, бросил. Оп. Давайте попробуйте. Вот здесь, а локоть вот сюда.
вперед его, чтобы он туда смотрел. Вот. Не вот здесь, а вот сюда, куда он должен смотреть, в сторону броска, куда бросаете. Давайте. Вот здесь встал сбоку, делаю шаг и ножку сюда. Здесь встал, за два взял 10 ворот, здесь взял 22. Давайте соберемся еще момент. Подвернулись. Не надо, он хоть у вас туда смотрит, он не должен локоть здесь быть наверху. Вы подвернулись, сразу локоть вниз опускаем, закрываем. Подвернулись сразу сюда. Если его вот здесь оставить, вам будет тяжело сбросить. Вот, нечего. Вот, подвернулись, сразу вниз. Подвернулись, сразу закрываете. Давайте, пробуем. Локоть надо закрывать. Сюда. Вот. Вот, я шагаю, у меня уже руки тянут вперед. Шагаю, и вы уже должны тянуть руками. Если у вас руки тянуть не будут, вы заходите, и вас назад аж сбрасывают. Давай. Значит, вперед. Вот, давай. Шаг. И вот руки, да. Руки не выставляйте. Отсюда комбинацию. Вот я ему раз зашел, он меня чуть встретил, я его почти бросил. Второй раз, когда уже я буду подворачиваться, он будет сильнее реагировать и осаживаться вообще низко. Я его не смогу отсюда вытащить уже. Ну, мне тяжело будет. Поэтому я здесь раз подвернулся, чувствую, он меня вставляет, он встречает уже. Я здесь начинаю, все то же самое начинаю руками.
ногой его высекаю. Когда я его сюда тащу, он назад осаживается. И поэтому я делаю, вот делаю раз на спину, потом руками начинаю так же показывать, он осаживаться начинает. Вот я хоп, и вы выбиваете ногу ему и руками туда его провожаете. Давайте попробуем. Один раз на спинку вернуть, и потом на спину. И соберитесь сюда. Ребят, еще раз Михаилу внимание на технику. Сейчас просто. Очень важно, чтобы партнер вашу реакцию давал. Если он будет просто стоять прямо, я его не смогу здесь выбить. Вот, если он будет стоять прямо, я его тяжело в него сделать буду. Поэтому важно, чтобы вы давали реакцию правильно. Я зашел, он осаживается. Я еще пришел. Поэтому осаживайтесь. Можете сразу вот отсюда начать. Партнер вот сел, вот так, и вы его отсюда. Иди сюда. Тяните носок, смотрите на. Еще раз, Когда высекаете, не надо вот так ногу делать. Смотрите сюда. Нога не вот так должна быть. Она должна. Вот, носок должен вот нащупать. Сюда. Вот, сюда. Не надо вот так цеплять. Вот, продолжай движение. Давайте, пробуем. Вот, его здесь берешь. Здесь то есть ты свою сначала первую шапку делаешь вот эту ногой, чтобы ты не поближе стоишь. Да, и этой ногой. Давно было. Полина, пожалуйста, твой вопрос. Ну, был у меня один прием такой, он не совсем стандартный. К таким классическим приемам, когда ты борешься на определенном уровне, уже все спортсмены готовы там, как через спину, уже. Все знают, что ты делаешь, и надо чем-то удивлять своих соперников. Какой-то, чтобы был такой приемчик, который коронный, домашняя заготовка такая. Да. Ну вот, и отрабатываю его, получится. Молодец. Я сейчас уже завершил свою спортивную карьеру, но когда я тренировался, зарядка и две тренировки. Утром и вечером. Три тренировки. Это примерно сколько часов? 4,5 или 8? Нет, ну заряд где-то час и 2 тренировки на 2 часа.
5 часов. Как вы морально попытались? Морально? Ну как, тренировался? Самая лучшая моральная подготовка — это хорошо тренироваться, вот, готовиться. Когда ты чувствуешь, что ты все сделал, значит, ты морально готов. А когда ты чувствуешь, где-то подхалявил, чуть-чуть не так, недоработал, тогда и уже морально не готов. Пожалуйста, Олег, мой вопрос. Какие у вас были травмы на соревнованиях или тренировках? Какие были самые тяжелые? У меня особой травмы не было, мне повезло. Один раз мне делали операцию на мениск на колене. Но это быстро, ничего серьезного. Вы любили бегать? В детстве я не любил бегать, но мне как бы, я хорошо очень бегал. Вот. И особо не любил, но знал, что это надо, и поэтому бегал. Михаил Сергеевич, вопрос. Скажите, а что вам дает дзюдо в жизни? Дзюдо? Ну это не то, чтобы как. Дзюдо почти как вся моя жизнь этим сознательно занята была. Вот. Для меня не просто как там, сейчас уже как работа, но как бы такая приятная. Найди свое любимое дело, ты никогда не будешь работать, как говорится. Угу. Давайте поаплодируем. Кто больше выиграл в серии между вами и Георгием Завторая? Блин, примерно точно не скажу. Последние разы я им проиграл, ну, примерно одинаково. 50-50. Артём, пожалуйста, твой вопрос. А были какие-то особые мотивы, чтобы перестать тренироваться, ну, заниматься дзюдо, в принципе? Ну, конечно, бывает, когда, например, проигрываешь на соревнованиях, что-то не получается у тебя. Но потом ты должен подумать, что это, что для тебя важнее. Определиться, расставить приоритеты, сделать выбор. Ну, а почему именно выбор? Потому что мне 34 года, я уже старенький стал для этого вида спорта. Понятно. Давай. А какой у вас самый главный был конкурент в сборной? В сборной у меня самый главный конкурент был Камал Ханмагомедов. Мы с ним соревновались, кто поедет на Олимпийские игры. Давай, Ярослав, твой вопрос. А какой у вас был самый тяжелый бой и схватка? Кем был противник? Самый такой тяжелый, неудобный мне был соперник с Израилем, у меня такой был Голан Поллок. Я ему раз, два или три проигрывал. К нему подготовиться. Так, Даниэль, вот, давайте маленький дадим сначала. Даниэль, задай вопрос. А когда вы занимаетесь дзюдо? Когда я занимался дзюдо? Все время. В 10 лет я начал заниматься довольно поздно. Сейчас гораздо раньше все заходят. С 10 до 34 лет, 24 года. Пожалуйста, ваш вопрос. Такой вопрос. Как вы восстанавливаетесь? С какими тренировками? Чтобы поддерживать себя в форме физически? Да. Сейчас, когда уже не тренируюсь? Вообще и сейчас? Я сейчас, ну, когда тренировался, ну, как... отдых. Нет, я имею в виду, чтобы поддерживать себя в форме, восстановительные тренировки. Какого плана у вас будет? Бег, может, плавание? Нет, не было. Просто, когда ты 3 раза в день тренируешься, тебе зачем? Как-то... Просто восстанавливаешься и все, да? Просто на кровати, на диване лежал, отдыхал. У меня вопрос. Вы когда-нибудь боролись с дзюдоистами Курской школы дзюдо? Когда-нибудь боролся по юношам, по юниорам. Сильный? Да. Многим проигрывал, японцам, корейцам очень сильно. С японцами очень тяжело бороться. Как вспоминается волнение при схватке? С волнением? Ну, волнуются все, такого нет, что вообще-то не волнуется. Прямо если был такой случай, потому что страшно. Что-то страшное. Когда ты не волнуешься, тоже плохо. Очень. Вот, когда тебе... Поэтому волнение его нужно правильное русло направить. Как бы, ты там не думаешь, что вот все, я проиграю, и все. Жизнь закончится. Нужно такие мысли от себя гнать. Также думаешь, что все, твой соперник также волнуется. Ничего страшного в этом нет.
Тигран, ну задавай вопрос. А когда вы занимались, а вам было тяжело, вы занимались? Конечно. Всем тяжело. Но надо терпеть, и если легко, значит, что-то неправильно делаешь. Должно тяжело быть на тренировке. Не должно быть легко. А когда вам нравится дзюдо? Когда начал призовые места занимать, тогда приходит вкус победы. Ярослав, давай помогу. Сейчас, давай послушаем. Давай. А у вас есть какие-то другие увлечения, по типу там рыбалки, может, помимо дзюдо? Какие-то хобби? Нет, ничего не было, нету. Сейчас вот время с семьей провожу побольше, потому что был на сборах, когда сборы 300 дней в году проходят. Особо никаких недоувлечений. Приезжаешь домой на 5 дней. Еще на рыбалку, если поедешь. Неправильно дома поймут. Ярослав. А? У вас были схватки, когда вы вообще не волновались насчет них? И когда наоборот, очень сильно волнение было? Ну, конечно, вначале, когда молодой был, очень, конечно, сильнее волнуешь. Потом уже привыкаешь к этому. А в конце карьеры уже стал меньше волноваться. Плохо стало. Абсолютно не волновались. А? Схватки перед которыми вы абсолютно не волновались. Были, просто да. Знали то, что вы выиграли 100%. Ну, в дзюдо на 100% ты прям уж так не можешь уверен быть столько. На первенстве города, если бы я там, например, выходил. А на крупных соревнованиях чуть-чуть все спортсмены примерно одинакового уровня. И ты как бы должен. Если ты будешь так выходить, я сейчас всех выиграю, то ты точно проиграешь. С кем у вас была самая долгая схватка на международных соревнованиях? Честно говоря, не помню. А по времени тогда сколько? Самая длинная схватка? Не помню. Честно говоря. Ну, может, минут 10-8. Я знаю, что тренерским штабом было сделано решение, чтобы поехал на Олимпиаду в Токио и Куб Шамилов. А кто из вас выиграл? Вы или Куб Шамилов? Мы боролись, один раз он выиграл, один раз я. Ну там не было такого, чтобы личные встречи там решают. Всегда смотрят, как человек борется с иностранцем. И я уже завершил карьеру, когда стали... Собрав, пожалуйста, вопрос. Давай. Сколько лет вы занимали эти годы? 24 года. Так, родители, есть вопрос, пожалуйста. Вы сказали, что вы полюбили дзюдо только тогда, когда начали выигрывать. А как, через какое время вы начали выигрывать, после того, как начали заниматься? Ну, я, наверное, там, как начал заниматься, потому что через 3-4 месяца соревнований были на третьем. Ну, как бы, это так, я их это особо не помню, но когда так уже посерьезнее, ничего. То есть посерьезнее, потому что дети, когда приходят в спорт и начинают проигрывать, они говорят, что это не мое. И да. Вот я бы, ну, опять на примере своих детей, да, я хочу, чтобы на вашем примере, да, они поверили в себя, что бы им сказали вообще, если они проигрывают, а потом... Не все, как бы, когда... Кто-то более талантливый, там, предрасположен к виду спорта, да, дзюдо, кто-то менее, вот. Но в конечном итоге будет выигрывать тот, кто больше тренируется, по мужчинам, по юношам, может быть, выигрывает там более талантливый, там, более там, гибкий, гибкий. Но в конце концов, по мужчинам, когда вы будете бороться, или там, по женщинам, будет выигрывать тот, кто больше тренируется, это 100%. У меня вопрос. А из старшего поколения, кто для вас был таким ориентиром? Старшего. Не знаю, Александр Михайлин, наверное, трехкратный чемпион мира. Когда я пришел в сборную, он как раз был лидером команды. Тамерлан Тменов тоже. Как бы, ну, виделись там, да, с кем-то. Не то чтобы. Я говорю, что основное время мы на сборах были.
все. Вот, 10 лет на сборах я жил, получается, по 300 дней в году. И как бы особо ни с кем не виделся. Можно сказать, что жизнь только начинается. Да. Может, с кем-нибудь еще увижусь. Значит. Виделся с президентом. Он 2 или 3 раза приходил к нему. Он тоже дудаист. Вот вы боролись с Джиширом Аруемой? Да, боролся, проиграл по замечанию. И по вашему мнению, кто сильнее был, Абе или... Ну, каждому, кому-то тяжелее с одним бороться, кому-то с другим. Мне, например, с Абе тяжелее было, чем с Аруемой. Полина, пожалуйста. Хорошо выглядит. Молодец, в форме себя поддерживает. Кто у вас был сборная, основной спарринг-партнер? Спарринг-партнер? Ну там у меня, как бы, знаешь, там есть человек 6 там в сборной твоего весовой категории. Они не то, чтобы тебе там спарринг-партнеры. Ты просто с ними тренируешься, отрабатываешь. А ты из дома, там, где из дома, где ты тренируешься, мог с собой человека брать, с ним отрабатывать. Самый смешной случай на соревнованиях, который произошел с тобой? Смешной? Да что-то даже особо не знаю. Смешного? Ничего даже не расскажу. Ну, Валя, вы состоите в каких-то группах по дзюдо, или и еще, может, вы кого-то направили из друзей в дзюдо, или с теми людьми, может, там, с сыном, что-то? Сын у меня сейчас, ему 4 года, я его сейчас отдал на гимнастику. Сначала на гимнастику походит, а потом лет 6 начнет на дзюдо. Потому что очень важно, акробатика для проведения доски. Абрам, у тебя есть вопрос, да? У кого-то есть еще вопросы, ребят? Могу задать еще. Был ли какой-то мотив начать заниматься дзюдо? Мотив? Ну нет, меня просто привели родители. Я так же, как и большинство, наверное, вас привели. Вот, правильно, родители, начал заниматься. Ну теперь мы можем точно знать, что не все профессионалы привели, они сами прям-то. О каких дзюдоистах Курской школы дзюдо вам больше всего известно? Николай Солодухин, олимпийский чемпион. А еще такой вопрос. Знаете ли вы тоже из того поколения дзюдоиста, призер чемпионата Европы Владимир Алексеевич Меглин? Лично не знаю. Так, у родителей, да, здесь есть вопрос? Желательно, хотя бы не возникало, какой-то еще единоборство заняться для этого развития креатива или чего-то еще. Я вам говорю, что время на сборы. Целенаправленно. На собой 30 дней есть, как бы, при тренировочном такое. 5 часов в день зубро, как бы, и 4 часа. Давайте, кому еще? Вообще, можно написать Полине? Правильно, Полина?